Ну а теперь к спортивным новостям. Тхэквондисты Дагестана готовятся к чемпионату России. Он состоится в середине ноября в населенном пункте Красноармейск Московской области. Учебно-тренировочный сбор команды республики проходит в Центре олимпийской подготовки. В день спаррингов там побывали и наши спортивные корреспонденты. Они убедились, что у сборной Дагестана есть все шансы на победу. Следует отметить, что день спаррингов прошел не вместе учебно-тренировочных сборов, а в Республиканском центре боевых искусств. Спортсмены в парах трудились поочередно и отрабатывали тактические задумки тренерского штаба. Для самого опытного бойца и капитана команды, четырехкратного чемпиона Европы Сейфуллы Магомедова, предстоящий чемпионат страны станет 10-м в спортивной карьере. Его вершину воспитанник заслуженного тренера России Исмаила Исмаилова покорял 7 раз и дважды становился призером. Самый запоминающийся это был, когда первый раз я перешел по взрослым, это был 2001 год. Я, не только я, вся команда была хорошо готова, но я в финале уступил остинскому спортсмену, по мнению судей. Общий счет был 8-8, я там занял второе место, но это меня подстегнуло. Я действительно своим тренером так готовился, что следующий чемпионат России, можно сказать, в 2002 году в городе Сызрани, я просто всех досрочно выиграл. А вот неоднократный победитель первенства Европы среди молодежи Айдемир Шахбанов на чемпионатах страны выступает с 2008 года. Выходец из селения Башлыкент Каякенского района, побеждал во Владикавказе и в Каспийске. И совсем недавно студент ДГНХ в Санкт-Петербурге стал призером Всемирных игр боевых искусств в составе сборной России. Мы провели 5 поединков с 5 различными странами, завоевали 3-е место на Всемирных играх. В общем, прошли, я бы сказал, хорошо прошли. Ощущения хорошие. В общем, сегодня сборная Дагестана – это сплав опыта и молодости. Сформирована она по итогам чемпионата России и округа. И в тренерском штабе по праву рассчитывают на общекомандный успех. Ведь задачи перед ними поставлены самые высокие. Хотя ежегодная смена поколений, говорят в нем, безболезненно не проходит. Чемпионат страны – это формирование сборной команды страны. То есть выбирается первая тройка. Они попадают, все эти спортсмены – попадать в национальную сборную. До чемпионата Европы у нас 3 турнира. В основном текущий год смотрят. Текущий год, ближе к чемпионату Европы будут старты. Кто там лучше выступает, тот и едет. Чемпионат России в населенном пункте Красноармейск Московской области пройдет с 14 по 17 ноября. Дан Шугом, Ибрагим Магомедов, Рустам Алибегов, Рамазан Амаров. Время новостей.